Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Белов проехал по территории Фокино с проверкой работы управляющих компаний. Вместе с ним осматривали дворы и улицы председатель комиссии по благоустройству Светлана Воронова и съемочная группа Тихоокеанского телевидения. Циклон остался позади. Самое время подвести итоги работы всех служб жизнеобеспечения. Осмотр территории проводили по трем направлениям. В районах обслуживания управляющих компаний Тихоокеанской, Фокинской, Вертикаль. Главное внимание тому, как убирают в дворовых и межквартальных проездах, на спусках и подъемах. Руководители управляющих компаний заключили договора с многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства по обеспечению песко-соляной смеси. Потому в настоящее время дворники без особых усилий могут посыпать пешеходные дорожки. А если не хватает своих сил, то можно прибегнуть к помощи со стороны. Таким путем решают проблему Фокинской управляющей компании, руководители которой наняли для оперативной работы транспорт. Да, работали. В субботу работали. Все эти дни, да? Да. В настоящее время руководством решается вопрос базирования техники «Примавтодора» Фокина, чтобы во время снегопада чистить наши дороги без промедления. На территории обслуживания компании «Вертикаль» работа идет полным ходом. В районе средней школы 251 и гимназии ходить безопасно и детям, и взрослым. В районе поликлиники взрослой и детской тоже порядок. Председатель административной комиссии отмечает те дворы и проезды, по которым есть замечания. Но в общем и целом картина, по мнению руководства, благоприятная. Экзамен по снегопаду выдержали. Конечно, выдержали. Город в хорошем состоянии. Хочется выразить благодарность всем руководителям управляющих компаний, всем дворникам, всем водителям, всем, кто принял участие. Особая благодарность нашему предприятию МПКХ. Просто город в хорошем состоянии. И даже «Примавтодор», наверное, подключился еще по центральной трассе, даже они посыпали дорогу. Ну, то есть это радует.